хуйня хилит, то он нормально вообще хилит. Это вообще заебись хилит. Чё, не пишет, я, у меня их самое, блин. Я охуенно хилит. Ну, тогда хорошо. Кровожадность бинты. Ух ты. Ты прям соблазняешь. Те фики будут твои. Так, у нас еще два слота остается. Так, заберите. А, все, звезду добили. Ну, добивайте. Там у пухнастика сова нету, там только кот. А, фейл, значит фейл сове, да? Или у них обоих кот? Ну-ка, стой, сюда. Блять, я ему РЛ отдал. Фейл, ты тут? Гони РЛ назад. У меня есть сова. Спасибо. У фейла есть редру. Тогда вот так мы и сделаем. Давай выйдет сову потом. А фейл спекнется фила. Ребята, есть еще слот в РС-ку? Да, заходи. Кто у тебя есть? На кого? А кто у тебя есть? А кто надо? А кто есть? Сова, ветрик, шаман, охотник, воин. Заходи на... Ну, если вы хотели там два на пол... Ой, три на пола. Заходи на ханта. Так. А паладина есть у вас кто-нибудь еще? А, хотя у нас, подожди, у нас слот остается для Олега. Палы, может у вас кто-то еще есть? Макер, пал, заходи, лимошка, на мага. Нет, ты оставайся в пале своем. Лимошка на следующем КД нам потанчит. Ну и все, и фулл рейд получается. Пытался соблюдать. А, вот, только ты сейчас сову не спекайся, потому что Олега пока не будет, он на вас-то зайдет. Задолбал бухать. Какой алкашом стал вообще? Чё, Олег, Олег спился? Так капец, ты видел, он фотки одни рюмки выкидывает и бутылки. Так я же в беседе не состою, бля, Олег же меня там давно выкинул с этой беседы. Кай пригласит, я гляну, что они там. Олег, ты что, уже спился? Ты хочешь как Тересия быть? Опять. Да нет, судя по количеству фоток, Трися меньше пьет. Блять. Ешь кто вытянет командира? Так, звезду я поставил. Любой ДК тяните звезду. И можете власть да включить, чтобы кинуть ЛП, чтобы он не бегал туда-сюда. Тяните звезду, любой ДК. Любой медик тяните, блять, че вы? Никто не умеет? Ёб твою мать. О, наконец, взяли. Калк упал, калк может встать. Так, а где наш товарищ Лимошка, который зайдет на мага? Блять, меня могу бить. Зажарили. Шаман, у тебя вроде бы нету шамана второго. А откуда у меня второй шаман? Или ты имеешь в виду в рейде? В рейде, да. А, в рейде у нас будет Олег, я же сказал вам, пока покажет. Он катапульт уберет, лимошка. Да, я его взял. Так. Ты в три мага хочешь пойти? Да какая разница? Слушай, я когда углянул, я не помню, где это, по-моему, официальные
этот, как его, Wolf Circle. Или где на офисе? Я не помню, какая-то группа там, где, в общем, убивали RS-25 паладинов, убили RS-25 хрем, и потом убили в 25 друидов. Это давно-давно. Я думаю, в 3 мага, что мы не убьем, хочешь сказать? Ну, из магов по 3 кнопки есть сова, по-моему. Тебе 2 совы как раз станет, и 2 мага. Но он мне... А, он написал, что у него есть написал. Раз только маг пропал. Ну, пускай WhatsApp сам скажет. Если да, может, он сова, был манекеном, он... когда стоял, просто его били, вот тут 25 паладин. Не-не-не, там нормально все работает. Не бьешь ты 25 паладин. Ну, блять, ну они же как-то убить. Я не знаю насчет видоса, я, кстати, вот видос не смотрел, но там вроде он есть, там может там они это сделать. Ну это без больших только, или с Ергом, если он работал у них. А это хер не знаю. Я, честно говоря, я просто не знаю, я фото увидел, когда он валяется, и там 25 паладинов Фредди, и река он такого-то был тоже, там 25 человек дамажил. Ну, тупо под них паладин. Ну, это же норма была. Так, WhatsApp, ты тут? Угу. Короче, катапульту сам решает. Либо он пускай остается на магии, либо пускай заходит на сову. И слот для Лего. Он... А, 3 кнопки. И, в общем... Там еще три штучки. А какую сову, скажите, пожалуйста? У катапульты протопал и маг. Светлый. Нет. Ну, если 3 кнопки не принципиально, пусть на сову уже зайдет. Там он, походу, ФК-шт пока что. А, нет, он не ФК-шт. В общем, у нас слот остается для Лего, он сказал, на ласта зайдет, на шамана. На тебе РЛ. Так, почему я не могу РЛ передать? О, сейчас, секунду, я релогнусь потом. Не могу РЛ тебе передать. Так, вот ты пока это останься лучше в хиле. Экстрима бафы всем кулаки, актугалы бафы всем каски, утро бафы свой баф, и талк бафы своим. И гел ты можешь дать Дексону пати, я тебе дал ассисты. Но РЛ пока передать не могу почему-то. Сейчас релогаюсь, я дал тебе РЛ. А, Вой, ты здесь? Чё? На тебе РЛ, передай гилду. Я не могу ему РЛ отдать. Я не знаю почему. Тем могу, а ему нет. Так это... Войт, поэрэль ты? Ёбаный. Всё равно с собой. Опять. Заебись, ребята. Я не знаю просто, ну... Я... Ну... Я бакланил вам уже вон обычки две, ивент свой, блядь, проводил, геру. А твой ивент говно. Да пошел ты в жопу, блядь. Ты проиграл по этому говно, блядь. Нет, трансмут. Но он на самом деле слышал. Вы видели какой-нибудь трансмут, там носорог какой-то, паладин шлем. Но ты его зато нигде не увидишь и ни у кого. Ни у кого ты его не видишь. А остальные трансмуты у каждого десятого есть. Это шлем, который с БКшной падает, по-моему, с кузни. Какой-то, ну, да, вот, кстати, с кузни. А выиграл Тварский, с этого, конечно.
Трансмут и выиграл этот Филиппес, блядь, Ршамы своим. Так, то уголы бафы всем каски. Я не знаю, ну блин, ты, ну, поговори, если что там, я просто не обещаю, мне третий час ночи, блин, третий позже. Так, кстати, пух Настя, по четкий трансмут. Там в аэродроме Никита ущербные все, ну почти все трансмуты. Лапу и Янту. Так, подхилите этого босса без меня, я думаю, захилите. Сейчас мне надо на секунду отойти. Мы потом спекнемся хилать, я по-любому надо будет спекнуться. Сейчас на секунду отойду. ДМК. Блять, ненавижу, бля, когда ребят, вы дохнете на половине каста хиловского, вот просто ненавижу вас. Ты какой-то кастуешь, кастуешь, потом их кто-то дохнет, и когда ты ловишь. Так вы пороняли. Так просто какой-то тупой стоял с меткой. Да я уже думал, что отошел и пиздец. Так. Дайте маги столик. Меня когда? Я снова уничтожу тр первую копию, утром вторую. Цирк приехал. Я пока не могу прочитать заклинание. Надо подождать. Это заклинание еще не. Сильнее страдания. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Двое сильнее страдания. Отловить. Взял. А, мы так добьем. Дайте каплю гел до экстрема. Здесь произошли страшные события.
святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Уничтожаторы забафуйте. Явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мы, братья... Алекстраза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется... Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атака... Слуги! Обратите их в пепел! И более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Так, напишите Олегу ВКонтакте, пускай заходит. На свой лошадь. Попробуй тут позвать. Олег, давай заходи на шамана. Ты тут? Он, по-моему, не здесь. Рубиновое святилище пало. Поводи, на сам разберетесь. Так, уничтожатор танчит тьму. Гил третью фазу света, топнил трэш, по хилам Олег и Калк будут хилить свет, фейл Варенька Шанан хилят тьму. Четвертая пати, кроме демона, остается добивать больших. По иннерам. Пухнастик всегда будешь заливать Олегу. Доксон Войдс на второй фазе заливайте Шанан, на третьей фазе Олегу. Филиппец, диспелишь третью фазу свет. Ждем Олега и будем начинать. Халк, знаешь, что тебе здесь делать? Да. Ребята, какая команда, чтобы макросы на панели, чтобы активацию выключи. Ага. Олег там заходит. Есть? Слышно меня? Да. Есть какая-то команда, которая макросы на панель тебе открывает? Скейт нажми, у тебя макросы. Ну, у меня и скейт что-то забагался, я не знаю, ничего не открывает. Контролайк нажми. Слэш макро. Походу что-то залипло там.
Еще раз, Ctrl-Alt, что? Я говорю, или Ctrl, или Alt. На шамана, пускай заходит, на какого хапал. Он шаманом зашел. Этим бать. Все разбавилось? Да нихуя не разбавилось. Блять, смотри, там Shift, Ctrl, Alt, он залипает и начинается жопа. Варень, ты тут? Да, это как-то беговый. Так-то уговый нету. Крикните, когда будете пулять. Надо же 40 вылетело. Мон, она уже здесь. Ваня, Ваня, подходи. Все, готов. Начинай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Машека. Перебежали. Баш. А-а-а.
Богохульник. Перебежали. Машеком. Заходи. Ой, сейчас. Трэша, крикните там вару. Вары. На хп. Рейд заходить. Убили трэш. Заходите. МК обновляй. Топульт. Чё? МК обновляй. Да. Прости, забыл. Два процента. Ману сюда на залить, не забудьте. После метки выходим. После метки. То мне ману заливай. Спасибо. Святой рост. Перебежали. Пустые через дробь разума. Марки-фырки метка. Во тьме раздайте. Доксон, подними пухнастик. Быстро, быстро поднимай. Перебежали. Свет стоп. Доксон метка. Блядь, твою. Молодец, Ваня. Падай. Ну, я бы не сказал, что Ваня виноват. А что там не спалил? Ну там побежали, ну, там до стенки. До конца не добежали, обратно. Побежали. Смарт-килл, ты напуливаешь мелкий трэш? Марки-фырки через взрыв бей.
Сконцентрируем, пожалуйста. Старайтесь как-то получше напуливать. Просто третья фаза, два трэша и два раза кон. Пула мало, да, и коту надо осторожно, если он умирает, надо стопать, не бить. Кстати, Рэм. Вы когда перебежали, после метки вы стопаете свою автоатаку, убираете из цели Халеона, нажимаете на пол, град стрел уж готовить. Четыре секунды на полуградом стрел, дальше бьете большого. Трапа это уже другой уровень хантов. Есть рыба? А, кто может поставить? У меня есть. А я поставлю просто. Сейчас ты, да. Не надо, я уже поставил. Каску хантам дайте. Я отойду 10 секунд, буквально. Молодцы. Что же здесь? Ваня, подходи. Все готов. Начинай. Выносите метки к стенке, извините, пока вас здесь стерят. Шека. Перебежали. Моровинт. Перебежали. Что там, Саша, какой заходи сразу? Да пиздец. Рейд заходить. То лужи, то метки. Заходите. Остерегайтесь,
Нихера. Это чё, я, бля, скачал рабочий ДБМ? Чё никто не обновляешь? Там инвентарь заливайте своим силам. После метки только выходите, не сейчас. Пухнасик, подними катапульт. Давайте рост. Бежим. Сколько еще таких героев? Залейте ману Кордоби. КД надо, надо гиб. Отдал гиб. Побежали. Свет, стоп. Беги, малышка, беги! Пропусти. Да я вижу. Ваша кометка. Кашка, давай тебе давать гер. Дай сейчас скаплю мне на перебежке. Перебежали. Доксон, метка. Доксон, чё стоишь? Во тьме, ага. Ну да, дайте, я забыл про рост 8, если не давали, давайте сейчас. Смарт-кил, метка. Перебежали. Доксон, ты где там? Трэш пьем. Давай после лезвия, Ваня, отдашь гимноману. Угу. Да давай. Сиспельте, кто углы там. Перебежали. Давайте, переживаем последний трэш. Кто там, Доксон опять? Добивайте босса, только босса. Перебежали и добиваем босса. Трэш не бьем, напуливайте. Попробуйте добить. Ну вы, блядь, конечно. Кто это был, блядь, опять? Топ один, блядь. Что,
Что? Зачем вы так сделали? Это 1% у него. Свету. Да нет, моя вон разлитая сбоку. Да, в Reddit Dispatch через 5 минут после того, как метка кинулась. Ой, диспетчик, виноват. Это метка Моровинда была или чья? Короче, по мне метки не было. Ну, на Reddit. А потом еще на ком-то было думал. Просто жесть, блядь. Доксом, блядь, трилог не стоже, чтобы метки видеть. Максимус тоже, блядь, смотрите в дебафы. Просто жесть, блядь. Филиппец, ты тут? Да. Почему Олег диспелит третью фазу? А я тоже был. Блять, как это еще? Только сейчас узнал, что, блин, не напис... диспелил. Не написано, кто диспелил с Максимусом. По-моему, она просто закончилась и взорвалась. Ну да, да, да. Я просто не видел, на ком это был. Филиппец, и последи за метками, кто там не выносит, говори. Хорошо. Я не успеваю за всем следить. Что-то меня, блин, жестко сильно пробивало. Поставь рыбу, Филиппец. На, держи. То есть, конечно, 200 тысяч ставит. А если он стоял бы, и мы перебежали, он бы сдох, метки бы не было, да? Она бы достала даже до нас, когда мы перебежали. Не, если бы он сдох. Да. А. Не, если сдохнет, метка не появится, по-моему. Появляется. Просто его так усердно хилили, я удивляюсь просто. Надо было дать ему упасть. Это жесть, конечно. Так нет, по-моему. Бля, погоди, мышка упала. Каску под руином. Таня, ты, наверное, молчишь, я тебя не слышно. Все готовы, начинай. Маракцус. Халк метка. Сколько еще таких героев? Военно и пиздада. Что ты, блядь, ворвался? Да там утром. Там утром.
Причем точечным таунтом. Хех. Ты стаунтил что? Да там моб сдох, у него хп кончилось, и типа он выбрал новую цель этого босса. Рыба. Вару. Дайте каску шаману. Баш, Машека готовы? Уже да. Каски нет. Пару каску дайте. Это. Начинай, Валера. Бежали. Перебежали. Шанан метка. Валера, заходи. Рейд, заходите. Если посмеете. Я пока не могу Приходи, заходите. Три дома нет. Падай.
у Рейда потрясающее самообладание, или мне его казалось... убило лезвие. Получается, атака Хелиона была, и чуть меньше секунды, и сразу лезвие попал. Ну, 2000 от лезвия, и он упал. Он, походу, вылетел просто. Может быть. Валера написал, что вылетел. Завис. Заходим за линию, Валера, как будешь готов начинать? Начинай каску, дайте по нему. Подыкай каску. Да, и там он жив стоит. Возле рыбы. Халк метка. Перебежали. Машека метка. Там стоит джип по той стороне. Че, метка? Нету метки. Ух, Настя, хватит. Перебежали. Валера, заходи. Подойди, да. Рей, заходите. Убили. Заходить. Или суп. Да, заходите, заходите. Прям лезвие закончилось, вы прям сразу вошли. Я сказал, что когда лезвие были. Угу. Дайте Инер там своим хилам. Беги, малышка, беги! Слава, ходи лужа на лужу под лезвиями. Слабо.
51. После метки только выходите, не сейчас. Выходите, выходите все. Святую розу давайте. Дроп. Прибежали. Настик. Перебежали. Свет, стоп. Дали во тьме рост. Смарт. А ты проб, да, сейчас каплю. Прибежали. Мы уже в рейде. Смартки вижу. Давай после этих лезвий дожгим на ману. Диспельте там сами. Диспел по хвостик, диспел. По хвостик подними и катапульт. Халк метка. По хвостик вставай быстро. Страшно затолить. Остался еще. Все бейте мир. 70%. Тьма. Падаем. Катапульта. Если ты видишь, что живая бомба взорвется в момент, когда мелкий треш будет идти, просто обнови ее, не дай взорваться. Да нет, там не было такого. У меня бомба была вообще на большом, и ну там ренджа была. Да, как ты от мелких. Никак взрыв не достал. Ну, просто рядом стоял, хуяк и сажал меня. Ты прилипкой вставал, может? Нет, я бил только большого. Я ним не двигался. Просто там рядом с лужей стоял, поставил. Там лужа сейчас хреново вообще не разлилась из-за этого. У меня найдется все, что тебе надо. На самом деле во всем виноват Эрмс. Саня, три сюда символа? Да. Я
Я же говорю, там сейчас проблема была в том, что лужу отрезала. Не отходите никуда, ждем 100 грамма. Сам здесь. Валера, начинай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узреть начало эры разрушения. Катапульта. Перебежали. Варенька. Там нет метки, Олег. Докс. Перебежали. Фейл, поднимай калка. Калк, регини ману пока. Подхиливайте меня тоже. Дайте бафы по паладину. Валера, заходи. Рейд, заходим. Подходи, регень тоже. Одного добили. Заходите. Калк, на тебе каска есть? Да, есть. Один. После метки выходите, только не выходите сразу. Бежали.
Во тьме рост. Капец. Перебежали. Свет стук. Беги, малышка, беги! Будет метка. Катапульта. Дашь каплю, сейчас перебежали. Тут сум. Давай после того, как здесь пойдешь, то есть поднимай кал. Дайте гимн на хп. Клипец. Все. А как все. У нас? Падаем. Что-то не то такое может быть. Как? Я просто не слабый релит. Вот это трудности. А как его живой огонь убивает, блять? Я не знаю, вот я все, конечно, понимаю, там, ну, может от меня там что-то зависит, но мне кажется, вы пришли сюда, никому ничего не надо. Или, блять, разойдемся, или, ну. Хуй знает, никто и релить не хочет. Вы, ну, на пул хуйня, блядь. Хулипал стоит и дохнет от мелких. Это говно какое-то, блядь. ГП нету, блядь, никакого. Ну, я не знаю, ну, давайте я по релю так по косарю сразу буду кидать. Может быть, мы на первом же косаре ГП кто-то будет с гильдии ливать, блядь. Сука, нахуй. Давайте поставь. Нормально все делать, вы же умеете играть. Почему надо сразу? Мамонта. Пусть знает. Я тебе покурю, схожу. Стой, Мехтим, сиуфаешься, шкаф поставь нам. Шкаф дай. Дайте мамонта, пожалуйста. У меня вот пол 4 утра, я не знаю, как я вам сводил рейды, обычки геру целка, блядь. Вы еще хотите, чтобы я. Ну, я не знаю, я могу поговорить. Но если вы будете такую же хуйню делать, вы просто много ГП получите. Как дела? Приходите. Знаете, там какой-то цех или пристесть, ему проверить, если хотите. Думаю, что у меня, ну, в реле будет проблема. А во тьме, сейчас же тьма первая упала, правильно? Как там? Да. Как там? Ну, Валера упал, все. Ну а как? Ну там, Труид метку выносили, Труид дохитил. Да, ну и ДК сдох. Да я хуй, ну это пиздец. Не успели дохилить. Ну так а кто не успел, блядь? Три хила вас. Нахуя вас три хила, если, ну, Шанан, блядь, что там делал тогда? Вы с Шананом метку... Я, блин, тотем поставил и не успел его подхилить. Да, ну так ну там полторы секунды, я не успел там буквально, так блин, на целый. Так ставьте тотемы свои ебаные, блядь, после меток. Пиздец. Чисто ВК, демон. Нате. Да, Нате. Заходите кто-то демоном или кем-то. Могу БДК зайти. Давай, демон, заедающий фурик. Давай, БДК, заходи, Дима, я назову демона. Все, сейчас мы убьем всадника, я захожу на БДК. Это, кстати, братики, пока вы все тут, вопрос такой. Например, сделал инженерное дело на нового персонажа. С
скинул инжу, и сейчас снова вкачал инжу, короче. А до этого я делал квесты на гоблинского механика. Как вернуть квесты? Понял, спасибо. Минута пошла. Куда Даня пошел? Я только что-то говорил. Я тут разговаривал, блин. Не умирает. Я пойду покурю, скажу, больше не могу уже. А псих-то двоих затанчит, нет, все это, свято. Я танчу как бог. То, что ты даже хил не нужен. Даже хил не нужен. Ты бы видел, как я в адептах танчил Халеона. Во тьме. Тыкайте быстрее, сейчас шкаф исчезнет. Захожу. Да, это какая-то... Всадник. Всадник это хуета какая-то. Тебе упал огонь? Блядь, мне не нужны эти маунты. Я думаю, поквасти тебе куда-то, все, иди в жопу. Раз бы из-за коня этого палец. Кто-то хочет купить вообще вара фула 8? Васап-то на ком? Не я рыл. Войду пиши. Войду? Минутку. Войда найти легко, как бы. Да все уже, фул. А, он Диму взял. Димон, ну нет, освободи. Пусть освободи, я когда принял? Насрать, дай потанчить. Следующую потанчишь, я пойду спать. Поменяй места, ну все. Чё, кто где? Лапу дайте. Ты в свету. Ты двоих. Так что, Слава, ты будешь рылить или мне? Договори чё. Каски раздайте. Лука забафайте. Квестобаф, каска. Каску по Луку. Поехали. Машека что не хватает? Филиппец, Мараксус, пороги, каску, полоку, каску. Туголык, ты тут? Начинай, Валера. Перебежали. Беги, малышка, вот метка. Тут маленький, заберите его. Пар бьет. Большой бьет. Пар бьет большой. Так сделай чарж в мелких вот здесь. Чё ты говоришь? Ну в своих, блядь, спек, ну... Пиздец, блядь. Мешает. Вас чё, блядь? Учить играть, что ли, блин, или что? Перебежали. Экстримка метка. Растут. Растут, растут. Далеко. Дима, тоже отводи. Станьте, контрольте этих двух больших. Да я, пожалуйста, нормально. Ради бога, не сорвите. А там 14 стаков, он ваншотник, честно, было. Валера, заходи. Рейд, заходим.
Экстримка метка. Убили. Удалили. Пока лезли. Марки-фырки, заходите. Ближе к морде следующую метку. Смарт-килл. Мейнер 7 килом заливайте. 53% катапульта метка. Бьем пока босса. Все, марки-фырки метка, выходим в свет. Быстрее. Давай рост уже. Пухнастик метка. Перебежали. Во тьме раздайте. Кордоба метка. Перебежали. Свет, стоп, свет, не бьем босса. Беги, малышка, беги. Будет метка. Во тьме аж за ту за белую метку несите сейчас. Валера, прожмися. Беги, малышка, беги! Будет метка. Небеса в огне. Перебежали. Уже в рейде. Дима, после лезвия спрыгнул. Кардоба метка. Гимна хп. Кто там мульти? Доксон, поднимай Войда. Войд, поднимай Филипса. Давайте, быстрее. Спел. Смарт-хилл метка. Ревностный профу. Нет. Подоспел. Да, не отказал, значит. Перебежали. Охотник. Взрывом разума, видите? Трукаются. Паладин, объясни. Дайте руки на Шанана. Хильте у трупа главное. Я вылетел, хильте без меня. Левая. Бейте все мелких. Нету этих. Ебать. Что, они же надо пасеку меня? Сколько еще таких героев? Перебежали. Легим на хп. Ой, на ману дам. Надо бить трэш. Дайте, залейте ману, блять, быстрее ману залейте. Шанану ману нужно, блять, я там поставил. Богохульник, выйди в свет. Давайте пробуем добить босса. Добивайте мелких. Давайте все мелких добьем, а потом добиваем босса.
Марки-фырки метка. Фэл, если инер есть, кидай шанану. Ой, сейчас хиль танка, хорошо. Хорошо его. Перебежали. Все, трэш не бьем. Дима, прожмись, дайте каплю. Утроп, дай каплю в ВДК. Мы пытаемся добить босса. Бля, он еще отхилился. Ну бейте, бейте. Забьем. Ну пробуем, пробуем, бьем. Да бейте уже там персат 30 секунд. Метки не выносите, просто стойте. Не, так, все, опять бьем. Отхилился. Просто два раза подряд нахилился. Пробуйте, добивайте 20 секунд перса уже так, бейте. Давайте, бейте, бейте. Бейте. Стойте, бейте, не перебегайте, просто бей. Блять, что это за лужа? Ну это время. Да это лужа все равно уже была, в любом случае бы бывает. Рома, ты в РК? Зайди на ВР. Я могу зайти. А или Дима, заходи все равно. Так, а че он ливал? Так у меня 9 стаков было, блять, оно все равно ничего не дало. В рейде въебало. Просто ливнул. 9 стаков было, и ты лежал в рейде. Блять, я ж не знал, что он, короче, катит, блять, по-моему. Ну, ладно, плохо. Релоны комбо сам. Да уже не надо.